московский транспорт. Трамвай следует по маршруту 06 до остановки Братцево. Приятной поездки. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Гидроправил. Институт Строгановская академия. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта.
такой вообще? Ну, я вообще один. Да. А что ты тут? А вот ты чуть ждишь. Тебе по щам надо давать один разок. Будешь убирать. Я сейчас влеплю один разок, никто не увидит. Ну, достанем вот телефончик и достанем с ними. Не успеешь. Понял? Пехотная улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Академика Мчанова, центр крови. При выходе не забывайте свои вещи, о забытых вещах, не трогая их, сообщайте водителю. Академика Курчатова. Центр крови. Глебова. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Thank you.
станция РЖД. Проезд в городском транспорте только маски и перчатки. Пожалуйста, не снимайте если хотите, до выхода из транспорта. Следующая остановка – Душевская улица. По улице Свободы, на 6-м. Ну,
а как мне ехать? Следующая остановка – улица Циолковского, театр танца «Жель». Улица Мещерякова. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Улица Мещерякова. Будьте осторожны при выходе на проезжую часть. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Восточный мост. В салоне трамвая держитесь за поручни. Сюда.
Танечка, что осталось? Восточный мост. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Новопоселковая улица. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Следующая остановка – Западный мост. Закрываются. Следующая остановка – улица Фабрициуса.
Фабрициуса. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Нелидовская. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. У меня ноги прям очень устойчиво стоят. Я так ручкой сверху сделаю. Смотри, вон он, заплатка, поворот нашли. Я вообще улица. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка метро Сходинская. Не трогайте, сообщайте водителю. Хорошо. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка
Улица Фомичева. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Следующая остановка – Планерная улица. Проезд в городском транспорте только в пасмурных перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта.
Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – университет имени Менделеева. Следующая остановка – улица Детской Панфиловской, дом 33. Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Следующая остановка автомобильного транспорта. По требованию, для выхода необходимо заранее подать сигнал водителю нажатием кнопки на поручни. Нет, 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 нет.
откроется. Следующая остановка – Братцево. Московский транспорт. Трамвай следует по маршруту номер 6К. До остановки Московский мост.